Всем привет! Сегодня я играю в Roblox. Да, кстати, вот я вам покажу мои читы, где они. Они только что здесь были, они куда-то исполнились. Реально, где они только что? Ни хрена не понимаю, где они. Да, я снимаю видео. Блин, я только что были читы, блин, это что? А, мы видели пока, да? Все какие-то скафы, блин. Кактус, дебил! Ура, наконец-то мы убили. Кстати, где реально эти мои читы-то? Куда они дели? Что за хуйня происходит? Я не понимаю. Почему, когда я так захожу, а сейчас, когда у меня и снимается на самом деле, так у меня ни хера нет моих читов. Ну, дебил, сраный дебил. Самый настоящий повод. А это рабочий. Да блин, дебил, стой, ну хера, прям ко мне тут. Ну я посмотри. Не надо никуда смотреть. Я посмотри. О, блин. Ну ладно. А где мы будем? Можно я убить или шлиф? Да блин, не знаю. Я не хочу убить их кого-нибудь. Я почему я никуда не становлюсь убийцей? Почему я хочу быть убийцей? Я хочу тоже убить. Ой, ты что хочешь? Ты же не умеешь играть. Ты всегда тут был убийцей, так ты никого не мог убить. Я очень личный телефон. Хотя да, видео про Roblox набирает довольно-таки мало просмотров. Но я... У меня есть, знаете что? У меня есть... Я могу сделать обложку. Блин. Ну ладно, посмотри. Подожди, что это? Где реально? Где мои читы? Так. Блин, я так и не сделал видео, игра, блин. Ладно, пофиг. Я просто хотел сделать видео, как снимать с вебкой. Да, я ничего не... Я забываю время, ну ладно, пофиг. Когда я сейчас собираю вот тупой Roblox, что со мной нахер? Да, бля, вы заебали. Вот, наконец. Это что такое у меня? Бери всю фигню. У меня был другой, это как бы мод меню у меня такой. Я могу проходить сквозь стены, сейчас не могу, потому что у меня куда-то читы пропали мои. Ну и ладно, без читов поиграем. Я буду играть, короче, от первого лица. 10. Я, кстати, туда вот проходила, вот туда вот, да, вот сейчас вот здесь. Блин, да, сюда, наверное, интересно довольно поиграть. Но я вам советую, типа, не играть с этим щитами с дальнейшим убийством. Потому что это очень довольно плохо. А вы знаете, вот эту ниточку, ниточку. Можно пройти, и вот вам пройдет. О, смотри, смотри. Ну, один спал. Это, наверное, тоже щитами так играет. Шерифа убьют. А, мы проиграем, получается. Нет, если шерифа убьют, мы не проиграем. У него пистолет останется, вот. А пистолет может только дебил забрать другой. Я хочу, знаете, куда? Куда хочу? А можно нож забрать и убить? Нет, так нельзя. Если убьем убийцу, мы выиграли. Убийца, он сейчас должен всех абсолютно убить. Абсолютно всех. А, и потом он... И он выиграет. А вот это... Вот это была ваш убийцей. Это шлюха. Да, она была убийцей. Вот это шмара была. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да блин, была рядом с убийцей. Так все вот такие дебилы. Всегда рядом с убийцей. И такое опять нет. Блин, почему я на улице? Вот когда ты типа возрождаешься на улице, очень много убийц ходит вообще. Уже кого-то зарубили. Уже второго? Третьего. А что, профессионал там, что ли? Блин, опять за шлюху убийца. Да блин, беги, дебил. Запрыгай, потому что она сейчас мне нож нахер кинет. Да блин, да блин, дебил. О, вон шлюх, вот шлюх, я не слышу ничего. Еще не защити меня нахер. Ой, всё, блин, вот эта штука сюда заведёт. А нет, она была там, не пускала.
убежать. Что он такая профессионалка? Я шлюха. Не хочу, чтобы она была убийцей. Она же профессионалка вообще. Шлюху. А что ты просто бегаешь? Уйди нахуй, дебилка. Блин, забрать. Че, можешь его просто? Нельзя забрать, не тебе, не понимаешь? Давай убей ту кошелку. А шарик уже... О, он стреляет. На где? О, ура! Молодец. Вот нормально стреляется. А чё у него волосы длинные, а рожа как у... Как у дядьки. Так, блин, так вообще-то абсолютно так все делают. Чё, не знаю, что? Нет. Герой с порождением, нормально делается. Я хочу... Я буду играть с первого лица, просто с первого лица очень. Так, что там? Давайте, за что будем голосовать? Давайте вот за эту стену. Я вообще даже не знаю, что такое. А, знаю. И что-то с картинки не было картинки. Сейчас ли нет? Вот, ой. Ну не, мы походу куда-то туда и туда. Что знаю, опять будет убийца. Опять это шлюха. Если она будет убийцей, можно выйти просто. А я не сейчас он 100% не виновец. Да блин, такой не виновец. А, о, кстати, да блин, какая нахуй память, вы дебилы. Да вы дебилы, ведь я играла, вы тупые дебилы. Ну, я дебил. Я дебил сам. Да блин, удалите мусор, дебил, мне не помешали играть. Удаляйте здесь мусор, дебил. Ну быстрее! Все, погнали. Да вы ебнули совсем. Я вам очистила этот сраный мусор, сраный. Вы вам нихуя не нравится. Очисти. Все, хватит. Да вы дебилы. Что на голову залить? Они не мешают играть. Да блин, ты закройте, дебилы. Тикток удалить надо. Очистить. Нахуй мне это все надо. Удали нахуй все. Все, очищение. Да быстрее. Ой, да ну нахуй всех. Качайте. Ну вот я убил, ну я нихуя не успел, меня убили. Давай захуйте. Ну вот, все заново из этой херни странной, уёбки вы. Там была такая нахрененная карта, теперь это нахуй карты не будет. Ну что, нихуя не соображайте, нельзя было на какой говняной карте. Нахуй что, вышла куда-то, вы совсем уёбки, что я хуею. Дебил. Где мои читы нахуй, блин? Уже нахуй 2 минуты. 8 минут, нахуй 7 минут. А давайте сейчас один раз еще сыграем и все нахуй. Ой, я устал нахуй, я вообще сдохну. Ой, нафиг. Что со мной нахуй? Ну нормально все со мной, да? Ой, нау, я хочу нахуй. Отодвиньте вебку. Опа. Телефон. Ой, нау. Ой, мой. О, су. Ай, сейчас. Ай. О, все нахуй. О, наконец-то хуйня пропала. Теперь можно нормально играть. Что нахуй с ней? Вот. Наконец-то этой шлюхи не будет, и она не будет нахуй у нас. Нет, это профессионалка какая-то. И я нахуй всегда выбираю убийцы. И что у меня кофта такая же? Ну давайте уже быстрее, я хочу уже сыграть. Катка в Роблокс.
Так, блин, уже 10 минут снимаем. Кстати, я знаю, я хочу делать такую обложку, как бы на Roblox. Я знаю, она завалит нормально, она как раз к Roblox подходит, эта обложка. Вы увидите, ну вы уже видите эту, вы когда заходили на это видео, вы видели эту обложку. Наверное, никто до этого момента не смотрел. Все убежали, все же хотят смотреть А4 или Мистер Бит, он же круче делать ролики, чем я. Да, кстати, у меня уже всего 277 комментариев. Они пошли, ладно. Ну когда уже будем играть? Вот, знаете, что самое странное, если ты снимаешь, например, если, например, ты снимаешь без вебки и не комментируешь, это как бы нормально. А вот если, например, ты снимаешь вебкой и не комментируешь, вот тогда довольно-таки странно. Ну, кстати, да, реально странно, ты выберешь свою рожу и ты не комментируешь. Я комментирую хоть что-то, даже говняный, например. Блин, не почувствую такое. Ну когда мы будем играть, заебали? Ну чего? Нельзя. Ну потому что нельзя. Чуть-чуть тыкло, мы пропали, нах. Да где ты, дебил, выключи эту хуйню. Да блядь, выключи, дебил. Да блядь, выключи. Да выключи! Сука ёбаная, это хуйня. Дяг-дик-дяг-даго. Ну быстрее давайте, я хочу играть, сука. Вы заебали, ну чё так долго-то нахуй? Чё там? Да блядь, за чё так долго? А чё так нахуй так долго-то? Ну вы заебали. Ай, ты сибись. Ай, ну давайте быстрее. Я уже устала, нахуй. Ну что ты не заходишь? Ну быстрее. Куда голосование начнется? Ну вот же есть. Раз, два, три. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, нахуй. 6, 7. А, блядь, подождите. 1, 2, 3, 4, 5. Да куда вы нахуй все уходите, дебилоиды? А, вот вы нахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот, 10 участников. Что вам не нравится? Вот еще говно курили. О, ну, 9 игроки. 11 игроки. Ну быстрее, ну быстрее, давай. 10 игроки. Ну вы... 10 игроки. Ай, ну быстрее, ну давайте быстрее. Ну быстрее, давайте, быстрее, давайте. О, смотрите, я могу не ходить, ни о чем. Кстати, я еще хотела купить микрофон, чтобы мне говорить было на голову. Потому что когда я говорю, например, когда я снимаю, например, со звуком, меня ни хера вообще не слышно. Ты что, рот свой оказываешь? Ты заебал нахуй! Это мем, дебил. Прикол просто. Это, например, если я говорю в микрофон и со звуком, я типа вот так слышно. О, кстати, зырьте, эта хуйня появилась. Я могу увеличиваться. Главное секрет. А не, кстати, вроде бы больше уже нельзя. О, кстати, мы на камеру перевернулись. О, прикольно. Давайте так уже сфотку снимать. Так, я бы только себя, знаете, что, переместить. Ну вот, все, теперь солнышко комментирует. Баба-баба, солнышко. Не, ну, а я думала, что тут нельзя, а на самом деле можно все.
Так что, ребят, все, короче, мы заебали. Нихуя тут не заходится. Все, ладно, давайте дальше сниму видео, как снимать вебкой. Всем пока. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, идите в... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Всем пока.